Вот подскажите, пожалуйста, как поступить? Не знаю. А ты сам что хочешь? В смысле? Ну, в прямом смысле, что хочешь? В телек. Лови рассказ о каждом из пяти пальцев моей правой руки и чур не смеяться. Лови фастфуд из рифм, короче, парень, лови. Кусай, глотай и переваривай. Указательный из всех пяти, самый честный, всегда направлен туда, куда, где интересно. Наступаем, попадаем в высшую лигу, побеждаем, становимся звездами, блин, посаживаемся на кокса Герыч, все ничего умирает от передоза, Даша уходит в монастырь. Я тогда поменяю пол. На мужской, да? Далее средний. Фраза «фак» и всем знакома. Его повидало немало уродов и гондонов. Он предназначен всего лишь для одного жеста, часто приводящего к хуёвым последствиям. Погнали? Куда? Погнали. Откати все. Бля, давайте опоздайте на 3 часа. Опоздаем. Так, у меня тут через 3 часа быть в говно. Безымянный, самый скованный и скромный. Ребят, завтра же выступление. Миша, не ты начинай. А мизинец, это вообще тупая палка. Вроде и нахуй не нужен, и отрезать жалко. У нас выступление говно. Да, да. У нас мы с Дэном говно, звукарь у нас говно. Все хуево, один ты классный. Качай в такт со мной, вот тебе крест, бро. Пусть тут мало нот, но меня этот трек прет. Давай, отжигай или наоборот. Заткни два пальца в уши или засунь их в рот. Материться бы перестал. Ну это уже пиздец.